поднимайте меня, я скажу. Да. Сегодня 29 июля, 14 часов 5 минут. Мы с Татьяной Трибрат, я Сергей Стрепухин, член Экосовета общественного при главе Новороссийска. Звонили в полицию полтора часа назад, оставили сообщение 112, полиция не ответила. Вот, не дождавшись сотрудников, мы приняли решение вот мертвую черепаху болотную краснокнижную печатать вот в таком пакете, опломбируем вот этой пломбой, номер 138-13-454, поместим в холодильник и будем ждать вызова специалиста. Вот мы фиксируем изъятие черепахи из лагуны Суджукской. Вот она уже, конечно, нагрелась. Вот черепаху помещаем в пакет. Сейчас опломбируем. Вы непрерывно снимаете, Татьяна? Да, я снимаю. Что это та черепаха. Вот. Максимально возможно опломбируем.